1 октября стартовал осенний призыв. Продлится он до конца декабря. В Краснодарском крае отправятся служить в армию 6 тысяч ребят, в том числе и из Славянского района. В осенние и весенние призывы в Славянском районе проводится традиционная патриотическая акция «День призывника». В торжественной обстановке будущим защитникам Отечества говорят напутственные слова, дарят подарки и благословляют на путь служения Родине. В этом году День призывника прошел на базе ДСААФа. Ребят с началом нового и ответственного этапа в жизни поздравили председатель районного совета ветеранов Вячеслав Салмин и начальник отделения подготовки и призыва граждан на воинскую службу военного комиссариата Славянска на Кубани Сергей Дьяченко. Вы призываетесь в армию на год. Учитесь военному делу настоящим образом, чтобы мы могли спокойно жить на нашей кубанской земле. Я хочу пожелать вам всего самого замечательного. Идите в армию, не бойтесь. Армия многому научит. Дорогие ребята, уже через 4 дня у вас начинается новая жизнь. Я желаю, чтобы вот эта новая жизнь, служба в вооруженных силах, вами была пройдена с достоинством и честью. Не забывайте, что вы мужчины, что вы защитники Отечества, защитники своей семьи. Всего доброго, в добрый путь. Через год живыми и здоровыми возвращаемся домой. Когда все напутственные слова были сказаны, настоятель храма святителя Николая Чудотворца иерей отец Евгений благословил ребят на служение Родине, после чего призывникам вручили памятные подарки. Служить они будут один год. Анна Монастыренко, Станислав Бурбыко, программа «События».